Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на игровом канале HFM Games. Оу-йоу-йоу, это я говорю, Константин, и с вами еще и Алексей к тому же есть. Вот такие вот дела у нас. Да, и мы распрекрасные. Строим себе новую квартирку. Это наша квартирка. Вов, это чей уже тут спальный мешочек? Это Тураба, нет, наверное. Эта квартирка нас сегодня очень-очень даже удивила. Когда я бежал от медведя, я забежал в этот дом, думал, все хорошо, а оказывается, он за мной дёру дал. И причем я поднялся на второй этаж, и медведь со мной на второй этаж дома прибежал. Я просто охерел, господа, потому что на прошлых серверах такого вообще близко даже не было. И чем ты это можешь, Лёха, объяснить мне? Да все тем, что это действительно новый сервер HFM. А зачем нам новый сервер, Костя? Вот зачем нам новый сервер, Алексей? А все дело в том, что он без плагинов, без единого мода, чистый как, сука, моча, осла, того медведя, который вот какого-нибудь я сейчас убью, сука, мочи пидораса, короче, вот так вот. Да. Понял, да? Как моча того медведя, на котором мы только что убьем, сука. Ты считаешь хорошо без модов, без плагинов, без всякой хуерги, а? Я считаю, это просто охуенно, на самом деле, Костяк. Потому что я Оксид в последнее время недолюбливаю. Из-за него очень много плагинов, и смотрите, что творится. Вот это прикол. Медведь просто зашел к нам по лестнице сюда. Просто зашел. Медведи ходят у нас. Маленько отгрызу вам там бочину. Вот так вот. Смотрите, какая опасть. Я говорю, чуть-чуть вас это... Я Мишка, я кушать хочу. Я пришел, вас наебнуть можно? Пришел такой. Вот. Пиздец просто. Сервер у нас называется HFM сервер, PvP, блядь. И No Mods найдете на сайте hfm.me в разделе серверов. Заходите, подключайтесь, так, те, кто уважает, такие сервера, чистые, Алексей, чистые. Тебе, да, я давай. Тебе задам вопросик такой, интересующий очень большую аудиторию, смотрящий Rust и играющий в Rust. А что же будет с тем сервером-то? А что с тем сервером? Тот сервер прекрасно живет и дышит. У нас там прекрасный замок. Мы будем играть и там, и здесь. Жить в параллельных мирах. Круто. Ну, да? Я так и думал, потому что я буду жить в замке, буду там хуйней страдать и развлекаться. Ну и сюда, конечно, заходить. Когда тот сервер... Я, знаешь, я буду взвешивать. Я буду сейчас в ближайшую неделю взвешивать все. Где мне лучше? И где мне больше понравится, там и останусь. Знаешь, когда тот сервер будет сильно залагивать, я буду сваливать сюда и наслаждаться такой вот охуенной FPS-ностью. Такой бегаем, и ничего не глючит. Видите, как все прекрасно. Ну, потому что здесь же на самом деле железо получше у немцев. Сервер в Германии. У нас уже первый, как бы, сервер был в Германии. И это снова в Германии. А все дело, опять же, почему? Да потому что... Опять же, железо лучше. А во-вторых, читаков меньше. У нас в России россиянских читаков намного вообще больше. Это жескач, короче, какой-то. Не чем знаю. Это связано, интересно, а? Ну, это связано с тем, что много-много различных людей маленького возраста с тупорылой, наверное, бестолковкой. Вот как так, Костяк? Вообще нихуя не понимает. Морали не знают и начинают использовать читы направо и налево. Уроды, блять, моральные, бывает такое, да? Ты хотел Костяка убить, сучка! Вот, короче, наверное, это основная причина. На мясо, блять. В России преобладание вообще в мировом сообществе вообще всех игр российских читаков. Видите, к нам шашлык. Что, мискот-то добываешь, да? Шашлык пришел. Шашлычок. Смотрите, сколько требуется всадить в него. У меня, короче, топор есть. Я быстрее это все организую. Там Рожкова Тураба убивает вообще. Он там воюет голый с одним топором. Ты куда побежал, бля? Подожди, у нас дверь была закрыта. Как волк помог попасть на второй этаж? Ты знаешь как? Потому что дверь не была закрыта. Элементарно, ёптать. Короче, ну да, вот такие да. У нас... Веселые новости. Строимся мы на полянке, на самой ресурсной, вы уже поняли, кто давно играет. Приходите, повоюем. Но сразу говорю, никакой деревни здесь строить не будем, потому что
нет плагинов, нет глюков, нет деревни, нет глюков. Давайте жить по отдельности и воевать. Деревня, ходить, это будет сервер. И будем ходить друг к другу в гости. Будем дружить домами, кланами. Вот, у нас клан ХФМ, все. Какой клан ХФМ, где? С пишу. С кем не будем дружить, будем рейдить. Пишу ЖКС, ХФМ. Хуй. Хуй, не работает. Не работает команда, нет плагинов, товарищи. Вообще нихуя нет, кроме вот из чистейшей природы, обезбашенных медведей и охуительно большого количества ресов. Да. И вот и все. Что нужно для прекрасной жизни в заповеднике? Кончились природы. Дровишки. Кончились дровишки. Хотел, косяк, отпраздновать открытие сервера шашлычком, а накормить тебя, Тураба, но, к сожалению, там дров не оказалось. Пойдем дрова рубить. Все, чуваки. Досада. Нам какая некогда. Досада. Нам надо праздновать открытие сервера. Ой, туда не побегут, там волк. Фармить, потому что... Иначе просто в раз не выжить. Да, надо сейчас... работать, господа, какие разговоры. Все, сейчас нарублю и шашлычок всем будет. А вы, дамы и господа, подключайтесь к нам и играйте на сервере с модами, играйте на сервере без модов. И скоро у нас еще открытие сампа. Ое, я так его жду. Будем... Я так хочу играть в самп. Я знаю, Костяк будет там работать, грузы возить по-любому. Костяк... По-любому, я всю жизнь мечтал ездить. Ну как всю жизнь мечтал? Когда я играл в San Andreas, мечтал гонять на грузовике с прицепом, и этого прицепа никогда, блядь, не было. Но а в Сампион есть. А я буду в мафии. Ты тоже, по-моему, в мафии уже. Ну я уже в мафии, но это не помешает мне водить грузовик. Я буду просто ездить с утра до вечера. Буду ездить... Ой, где у меня место? А я буду ездить и смотреть, что у нас там, что, как, что. Я думаю, нам еще поставит Рожков... Наверное, радио, да, там радио шансончик. Я поеду на грузовике, включу шансончик и буду тащиться и фапать на это состояние. Ну, потому что в общем... оно, господа, охуительно. Да, в общем, дорогие друзья, вот такие вот у нас новости. У нас открылся второй сервер, на днях откроется третий сервер. Подключайтесь, играйте вместе с нами, и все будет просто чики-пуки. Ое. И на этом мы заканчиваем. Как кстати, всегда. Кстати. Да. А IP-адрес сервера, вот этого нового, в описании. Проходите. Смотрите прямо сейчас. Пока. Пока.